Всем здравствуйте, мы опять на моем канале. Серега. Ага, посмотри нового персонажа. Ну, ну ты немного так беленький, но сейчас посмотрим рост персонажа вообще. Какой? Ну, у меня такая камера, что ты же меня. Встань около... Стой! Стой! Так, теперь ставим нам на машину. Замеряем рост самого низкого перса. Глубок я не могу стать. Да и ниже, чем глубок. А если присесть? Не, не получается. Короче, о, тихо, сядь, ставим блок. Сейчас раз как у тебя полтора блока идет, даже ниже. Серьезно, а если я присяду? Ну понятно. Ну что, какой танк строим, что из материала набираем? Какие люки? Шоколадные брать? Шоколадку брать? Тюрндук? Это шоколадный люк. Так, и шоколадный полублок. А в плане блоков что брать? Зеленый бетон. Красный, да? Так, взял. Ну что еще? Черный бетон. Или не надо? А, ну, короче, только вот шоколадный люк, шоколадный полублок. Зеленый, красный бетон, да? Все. Так. Угу. А какая ширина? Так, 8 блоков, да? Тогда это надо 9 блоков. А, да, давай 7. А сколько тут блоков еще на 2? Тогда убираем все блоки. Потому что всегда замеры делаю. Опа, на один блок.
катков. А, просто так блок отступаем обычный каток. 4 блока, да. Между катков один блок, да? Насколько? На блок. А, здесь поток уже, да? Так, хорошо. Если тут еще приподнять, можно сейчас еще делать. Ну, не надо смотреть, что это не надо. Ага. Давай с кем-то... А чё ты так сильно укротил? Так, кажется... Подожди-ка, давай к сумму. Вроде всё было. Я сам давно не играл. Нам также поднимать по высоте или еще пониже? Спасибо.
таким способом мы можем кого первого сделать. Но это не БТ-7. Ну я знаю. Так, надо еще такие полублоки взять, а? Это дно на танк, да? Зачем нам красный? А! Чё? И тут он не уверен, тут сейчас полблока делать. А, ты что, лестницу спасаешь? А по цвету немного не очень. Блин, жалко зеленых на ступенях. Понятно. Довольно быстро строится. И не убираю. Посередине. Как решается задачка? Взял, по пол пирожка отпилил. Под пол пирожка отпилил. Вроде жопа, все нормально. Может их нахрен не... Так, нам надо кого-то, да? Мы там не будем. И мы в эфире нашем. Да. Проще будем строиться, а вот как отстраивать, а вот как устраивать будем в свободное время. Да нет эфиров. А эти две дырочки зачем? Во лбу. Да пух!
Сейчас, подождите. Ага. Даже посмотрю. Вот должно чуть подсветить. Немножечко ходить. Ой. Немножечко широкий сейчас. О. Да вон, такого должно быть нет. Спичка. А поставь еще вторую свечку, чтобы он не нахуй нормально. Ну что дальше? А, закладываем. Так. И борта еще надо так же. Сейчас для экономии мяса я все сделаю. Блин, Серега, тебя учили место экономить? Так, я не спану, нужно будет, я не спану. Которых обожала КВ-1. Прям целовала. Короткая. Из-за 4D. И как Руфтенсер. Короткий стволик. Писюнечка. Лучше ПЗ-3. Не ПЗ-3. Просто ПЗ-3. Да, лучше ПЗ-3 сделаем еще. Все полностью. Линию поставить. Чего ты нормально? О!
тоже сделать. А, понял. Так. Башню. Помещение на башню. Я не строю. А у нас вроде куда вы смотрите? Что-то орудие немного низковато идет. Где он на воплыше? А теперь орудие ставим. Еще один блок. О! Так, более-менее уже лучше. А зачем ты опять сюда блоки поставил? Нам надо, чтобы если танк-то было. Внутри-то можно это прибрать. Так, еще блоки тебе, да? Я не знаю, кто не прав. Ну давай, я тут в плане вашей не знаю, как все убивать. Ну, кстати, довольно быстро строится у нас танк. Мы уже 25 минут уже строим. Так, сейчас найдем лючки. О, нормально ходит через двигатель. Где? Ну, тут лючок поставить. И все. Куда сделаем просторно? Почти закончили. Более-менее похоже. Кто-то есть. Корм Т-34. А может, это было попозже брать.